Советского информбюро. В течение 22 апреля центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои на Дрезденском и Берлинском направлениях. На Дрезденском направлении наши войска с 17 по 21 апреля взяли в плен более 10 тысяч немецких солдат и офицеров. Захватили 96 самолетов и свыше 150 танков и самоходных орудий противника. На Берлинском направлении наши войска взяли в плен более 13 тысяч немецких солдат и офицеров, захватили следующие трофеи: самолетов 60, танков и самоходных орудий свыше 100, полевых орудий более 500. За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких танков и самоходных орудий, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 самолет противника.